что скрывается на дне океана в GTA 5, часть 2. Для начала убираем всю воду из океана. Думаю, вы точно не знали об этом туннеле. Интересно, что же за ним находится? И на самом деле этот туннель имеет целую систему ходов, где можно с легкостью заблудиться. Огромный затонувший корабль. По всей видимости, он перевозил контейнеры. Локация очень большая, и на ее изучение может уйти довольно длительное время.